А их, если честно, не видно в камеру вообще. Кого вы там увидели? Мы решили. А я пью. Мы решили. Гена пусть. Гена. Мы. Почему? Я сейчас все. Я папе предложил посмотреть, есть там море еще залить или нет. Его не было. Отлив. Да. По пирсу. И? Навес. Давай. Тебе. Сколько? Ну давай теперь ты. Две. Вот сюда вставляй. На кого они похожи? Они похожи на зебру, правда. У них два названия. Многие называют рыба лев, но так-то название у нее крылатка зебра. У нее плавники вот реально как крылья. И окрас красно-белые полоски, как зебра. Но не стоит подходить слишком близко, потому что за этими красивущими плавниками скрываются очень острые и очень опасные иглы, которые ядовитые. А нашли мы ее, просто заметили кучу мальков, а подумали, ну должен ими кто-то кормиться. И потом Лала заметила две штуки. Какая? Желтая и серая. Ух ты, здоровый птиц. Где? Вперед.